Ну, любительское снегоходное движение, оно у нас более массовое, чем кросс на снегоходах, то есть не всякий любитель способен. Итак, стартовали участники. Орешков хорошо сейчас стартовал, но Красников, похоже, в лидеры вышел. 117 номер Николай Красников, 77 Павел Орешков пытается в повороте и отжимает, и выходит в лидеры. Но Красников не сдается. Итак, параллельно идут 117 номер Красников, 77 Орешков. Орешков опытный снегоходный волк. Парень раньше выступал здорово и на профессиональной арене. В 2007 был призером юниорского молодежного первенства России. Четвертое место занимал, потом бросал у нас снегоходный кросс, возвращался. И вот сейчас «Спартак» гоняется 2 года. Но сейчас уступил он Красникову. Николай в гордом одиночестве промчался первый круг. Орешков отстает на 3-1. И Воробьев. Воробьев, вот кто его преследует. 43-й номер Алексей Воробьев. Из Кирова у нас второй был. Кстати сказать, вот он у нас в Ярославле на спринт-кроссе того же Орешкова и обогнал. Там было по 2 заезда в классе спорт. И Воробьев оказался впереди Орешкова. Ну, сейчас пока они местами поменялись, но все еще впереди. Полтора минуты прошло. 117 номер Красников, 77 Орешков, 43 Воробьев, 49 Колотовкин. Потерялся у нас Бухвостова. Не видим мы. А лидер тут как тут. Только четверо спортов у нас на трассе. Видимо, технические проблемы возникли у гонщика из Альметьевска. А жаль, потому что Бухвостов в призы попал по 2 этапам, сам, наверное, этого не ожидая. Просто из-за того, что и живляне не приехали у нас, Колотовкин передал бразды правления сыну Павлу, а у него не было очков на первом этапе. Вот такое стечение обстоятельств произошло. Лидер 117 номер, заслуженный мастер спорта Николай Красников, ЦТВС имени Габдурахмана Кадырова, Уфа, Башкортостан. Что же происходит на этом круге? 5,3 просвет. Воробьев атакует позиции Павла Орешкова. Алексей Воробьев возрастной гонщик, он 71 года, ему 43. Победитель Кубка России в классе спорт прошлого года, двухэтапного. Ну и мотоциклетные его подвиги в классе Open 2, возраст спортсменов старше 35 лет. Он был призером округа Приволжского федерального округа 2013 года. Ну и на кроссе тоже я его регулярно летом вижу. Павел Колотовкин молодой гонщик 93 года, ему 21. Он у нас входил в топ-10 на молодежном первенстве России в свое время. Тоже не показывался несколько лет, это было 4 года назад уже, в 2011. Участник чемпионата России. Ну вот сейчас перешел в класс спорт. Итак, что у нас с Красниковым? Лучший круг гонки 58-369. Сейчас он идет 58-973. Орешков медленнее. Орешков медленнее. При том, что у него 59-6. Сейчас он минуту с лишним идет. Воробьев стал отставать. Минута 0-1. Колотовкин идет минута 0-5. То есть так подрастянулись гонщики. 4,5 прошло. 2,5 осталось контрольного времени. Хотя мы будем смотреть на линию финиша. Может быть, что-то произошло и с контрольным временем у спорт-класса. Ведь определяющим является электронная засечка у нас. Электронный хронометраж фирмы Racing Time.
Четвертый круг Красников закончил. 59-87 текущее время круга. Орешков. Минута 00-838. 8,3 просвет. Воробьев чуть быстрее, но там буквально на десятку. В ледовом спидвее, в дисциплине, которая подвластна лидеру этого заезда Красникову, очень сложные технические всякие приемы и судейские решения. Засинил, не засинил. Вот эта синяя линия, которая огорожен стадион, ее можно пересечь, наехать только одним колесом. Если двумя колесами ее посетил, то, соответственно, засинил, то есть аннулирует тебе результат в заезде, хоть ты первым финишировал. У них достаточно частые падения, и тоже виновного в падении перезаезд, то есть останавливают заезд, перезаезд, и он происходит уже без виновника. Судья волевым решением там говорит, ага, там виноват тот-то, Чайка, например, гонщик из Благовещенска с такой фамилией крылатой, и снимает его. Итак, сейчас интересная борьба за второе место. Алексей Воробьев из Кирова навязал борьбу Павлу Орешкову. Мы видим, вот эта борьба за второе место. Пытается он напрямой пройти Павла. Павел, по-моему, вообще прозевал вот этот момент. И смена не лидера, а смена второго пилота. Пытался он здесь контратаковать, но тем не менее. Так, на второе место вышел 43-й номер Алексей Воробьев. Алекс Рейсинг Партс Киров. Да, 12,6 отставание от лидера, но тем не менее. Воробьев хорош. Вчера сынули у него выиграл, дочка ездила в бэби-спринте. В бэби-кроссе детском снегоходном. Сегодня папа решил отличиться. Вчера он третьим финишировал на этапе. Сегодня он претендует на второе место. Всего заездов два. Заездов два у спортов. И второй заезд будет через некое время. Похоже, что 10 минут оставили у нас классу спорт. А не 7, как предполагалось ранее. Красников 58-8. Такое впечатление, что вчера просто Николай устал. Устал и подпустил Орешкова к себе. Сегодня он уставать не собирается. Штампует круги в районе 58 секунд с хвостиком. У Воробьева для сравнения минута и две десятки. Орешков вообще минута 0-2 сбросил темп, когда его обогнал Алексей. Ну, Колотовкин, так сказать, поддерживает здесь интригу на четвертом месте вне подиума. Пользователи интернет-телевидения сейчас на сайте HDXtreme.ru видят Красникова во всей красе с горящими фарами. В снегоходном кроссе не приветствуется вот это наличие горящих приборов световых, но в любительском кроссе они обычное явление. На снегоходном фестиваль многие приехали сами на снегоходах, они имели номера, регистрационные номера. Сто участников было на снегоходном фестивале в Малиновке. И отрадно, что команда-дебютант из Великого Устюга заняла в снегоходном эндуро Сноу Устье 2015 высокое призовое место. Ну, надо к чести сказать, что там дисквалифицировали две команды. Факел дисквалифицировали, и же с ними вот тот же Орешков там ездил. И дисквалифицировали команду Тульские Медведи, быструю команду.
А потому что, ну, задело дисквалифицировали, они срезали часть трассы, там на какой-то точке они не все сфотографировались, тоже как бы такая тоже специфика определенная есть соревнований в эндуро. Эндуро от испанского слова выносливые, это гонки по большому кругу. У них общий круг в воскресенье был 180 километров. Факеловцам пришлось до заправки делать пит-стопы, иначе они просто с маленькими баками и клинцы пройти трассу. И кончился бензин. И тот же у нас Паша Орешков тащил на веревке, вот сейчас он пересекает линию финиша, тащил на веревке как раз Хоменко, заглохшего метров за 200 до финиша. Ну и самые смешные были соревнования, это биатлон. А вот у нас организатор как раз Малиновки, Андрей Батурин, который там проводит. Прошлый год не проводили, а позапрошлый тоже был, собственно. Андрей Батурин прогулял в этом году соревнования, сам не гонялся, он сам был организатором, везде все разруливал, всякие вещи. Вчера у нас прилетали малиновские эти самые, да, то есть эти самые, да, там, то есть, вот, я потом уже увидел сообщение, уже когда это, просто он где-то прокрякал телефон, то есть малиновские здесь Архангельск, ведь Архангельская область получается самый юг области, а Вологодская север Устьев, то есть мы почти соседи территориальные, то есть расстояния очень маленькие. Итак, сегодня, собственно говоря, вот снегоходный кросс. Лучше или хуже, собственно говоря, чем отличается снегоходный кросс от ваших дисциплин? Ну, не хочет у нас интервью. Мы сегодня, у нас день интервью. Мы у Красникова брали, у Шевченко, Максима. Ну, ладно, значит, в общем-то, Батурин просто посмотрит у нас на картинку. Итак, заканчивается заезд у нас. Сейчас уже табличку показывают с цифрой 1. На последнем круге заслуженный мастер спорта Николай Красников. Центр технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова, Уфа, Башкортостан. Это едет президент мотоциклетной федерации Башкортостана. Колотовкин Павел, ну они на круг обогнали Пашу Колотовкина. Итак, Воробьев на втором месте. Алексей Воробьев, 20 секунд Гандика. Павел Орешков в третьем, но он сейчас бросил бороться. Может быть, он оставил силы для второго заезда. Итак, приготовил судья на финише клетчатый флаг. Красникова ведет телевизионная камера. Ну, на этот раз у него тренер Мартюченко. Тренер подготовил воспитанника, 19-кратного чемпиона мира. Подготовил снегоходок. И он сейчас уже... Второй, золотой, четвертый, Павел Орешков у нас третий получается.